Meizu M6 – стильный и удобный смартфон среднего класса. Его корпус изготовлен из высококачественного поликарбоната с металлизированным покрытием. На выбор предлагается несколько расцветок – черный, синий, золотистый или серебристый. Meizu M6 получил экран с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1280 на 720 пикселей. Изображение на нем выглядит четко и реалистично. При изготовлении дисплея использовалась технология полной ламинации, которая значительно улучшает яркость картинки. Под экраном в кнопке «Домой» размещен сканер отпечатка пальцев. Благодаря ему посторонние не получат доступ к конфиденциальной информации в памяти смартфона. Зато владелец Meizu M6 сможет разблокировать девайс одним прикосновением. Сканер также пригодится для совершения безопасных платежей. Сердце смартфона – восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Что касается памяти, то Meizu M6 представлен в двух модификациях. У первой 2 ГБ оперативки и встроенное хранилище объемом 16 ГБ, у второй 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Обе модели, и младшая, и старшая, быстро запускают приложения, обеспечивают плавное воспроизведение видео и дают возможность поиграть во многие требовательные игры. Если вы хотите хранить больше файлов, воспользуйтесь картой памяти формата microSD емкостью до 128 ГБ. В Meizu M6 установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3070 мАч. Если пользоваться смартфоном со средней интенсивностью, такого запаса энергии хватит на целый день. Основная камера Meizu M6 получила 13-мегапиксельную матрицу, быстрый и точный фазовый автофокус и сдвоенную светодиодную вспышку. Она делает снимки достойного качества даже при недостаточном освещении. Если вы увлекаетесь съемкой селфи, обратите внимание на фронтальную камеру с 8-мегапиксельной матрицей и апертурой f2.0. С ее помощью можно получить превосходные автопортреты. Алгоритм редактирования от ArcSoft дает возможность обработать готовые кадры, поэтому на фото вы будете выглядеть безупречно. У компании Meizu получился отличный смартфон среднего класса. Это аппарат без излишеств, и в то же время в нем есть все, что нужно подавляющему большинству пользователей. Подписывайся на наш канал и оставляй комментарии к обзору на сайте связной.ру, ведь именно твое мнение нам интересно.